наших преследователей, собственной персоны. Владимир Седов, ну, наверное, заводит сейчас себя и публику. Владимир Седов, кому-то сейчас достанется и олимпийская футболка в качестве подарка. И к своему подходу Владимир Седов не подойдет, не будет выступать. Но, наверное, нашему тренерскому штабу не понравилось вот такой выход Владимира Седова. Выступление в весовой категории 94 килограммов у мужчин. И сейчас хотелось бы взять небольшой комментарий в преддверии соревнований, которое произошло, инцидент с Владимиром Седовым. Что все-таки это было? Какой-то психологический взрыв или вот, может быть, вы прокомментируете, как судья первой международной категории? Форме. У Владимира Седова, как я думаю, все зрители заметили, поверх спортивного костюма была надета футболка. И мы сделали элементарное замечание, и он как-то немножко неадекватно отреагировал. И поэтому пришлось спортсмена снять с соревнований, потому что он был немножко в неадекватном состоянии. В преддверии соревнования я сам у него лично спрашивал, он будет выступать. Тогда он сказал, что скорее всего нет, потому что у него будет травма. Травма была у него. Значит, что-то как-то свое особенное, может, готовилось у него? Ну, я тоже слышала о том, что Седов, наверное, скорее всего, не будет выступать ввиду травмы. Но вот как сегодня мы видели, он взвесился, прошел процедуру взвешивания, заявился на соревнования, был заявлен. Ну, вот такой случился момент. Я могу прокомментировать только так, потому что было сделано замечание, и спортсмен не совсем адекватно среагировал на это. Как правило, в таких случаях какое наказание выносится в сторону спортсмена? Ну, в данной ситуации может быть только какие-то внутренние такие разборки, как говорится, не разборки, моменты, то есть выяснение, процедура такая. Ну, особого наказания, я думаю, не будет, я так думаю. Ну, а там уже как решит федерация и руководство. Спасибо за комментарии, Ольга Геннадьевна. Ну, а мы совсем скоро возьмем интервью у победителя в этой весовой категории Дениса Уланова. Оставайтесь вместе с нами.